Впереди зимние каникулы. Это отличная возможность воспользоваться пушкинской картой и получить новогоднее настроение, посетив, например, выступления известных артистов. Киноконцертный зал «Панорама» на Смоленском 29 подготовил масштабную программу для молодежи. О том, как воспользоваться картой, расскажет наш корреспондент. Пушкинская карта – самый эффективный способ приобщить молодых людей к искусству. Практически на каждом концерте есть зрители, купившие билеты по этому виртуальному депозиту. Я работаю с первокурсниками в основном. Но если в группе 2-3 человека не оформили, то это уже прецедент. Да, а группа у нас 15-20 человек. Дело в том, что оформили многие, если можно не сказать больше процент. Другое дело, как они ее активизируют, насколько они часто используют эту пушкинскую карту. А здесь зависит уже от нас, преподавателей. Напомним, что пушкинская карта предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет включительно. А с 1 января следующего года счет карты пополнится на 5000 рублей. Тратить их можно весь год. Кроме того, популярностью у студентов пользуются и абонементы. «Панорама» нам такие концерты выдает, да, связанные и с классикой, и с современностью. У нас абонемент на 30 человек. 15 – «Панорама», 10-15 – «Филармония» и человек 30 абонемент. Вот ежемесячное посещение. Чтобы воспользоваться пушкинской картой, не обязательно ехать в крупные города. В областной столице, в ККЗ «Панорама» на Смоленском 29, можно приобрести билеты на понравившийся концерт по виртуальной карте. 12 января можно посетить концерт знаменитого легендарного «Терем-квартета» и приобрести билеты именно по пушкинской карте. Чуть позже, 29 января, в нашем зале будут долгожданные виртуозы Москвы под руководством Владимира Спивакова. Ну и чуть позже, 5 февраля, в нашем зале спектакль, музыкально-поэтический спектакль, в главной роли которого Нина Шацкая и Ольга Кабо. Спектакль называется «Пятое время года. Любовь». Это событие ни в коем случае нельзя пропустить. Билет приобретается так же, как и обычный. Оплатить его пушкинской картой можно при покупке на кассе или онлайн.